Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня с вами приготовим очень вкусную и интересную закуску из кабачков. Кабачок у меня цукини. Беру средний кабачок, отрезаю все ненужное. Я даже вот здесь отрежу больше, чтобы он был более ровнее у меня. И теперь напополам, совершенно ровно. Вот так. Теперь я мякоть вот так разрезаю глубоко. Тоже делаю со второй половиной. Теперь я солю. Перчу. Получается по пол чайной ложки соли и перца. Теперь я должна это все втереть, чтобы немножко попало вовнутрь. Смотрите, как красиво. Я так красиво нарисовала. Дальше я кладу вяленые помидоры. Но спокойно можно обойтись и без них. Сверху кладем копченую или обычную паприку, какая есть, тоже пол ложечки. Кладем пластины сыра. Конечно, можно и натереть. Так будет просто интересней. Перекладываем в удобную формочку. Кабачки я положила в удобную форму и сверху посыпаю панировочными сухарями. Сухари я добавила совсем чуть-чуть чесночка, где-то 1/4 чайной ложки. Все это я перемешаю. И вот так сверху посыпаю. Сухари не жалеем. Вот так мы прикрыли сыр и теперь отправляем в духовку до красивого подрумянивания. Полчаса и кабачок готов. Разрезаем. И вот такую прекрасную закуску мы получаем. Это очень вкусно. Рекомендую приготовить.
Закуска из кабачка у нас получилась интересной, однозначно вкусной, сочной. Всем приятного аппетита! Всего вам доброго! Всем пока! Thank you.